Да, когда-то мне пришлось работать в военной разведке. И работа потребовала, чтобы количество жертв среди женщин, связанных с работой, с риском для жизни, да, уменьшилось. Mm-hmm. Соответственно, начали выяснять причины, чем та подготовка, которая имелась, не устраивала нас, да? Почему жертвы все-таки были и не маленькие, да? И как исправить эту ситуацию. Соответственно, таким образом была создана так называемая система обеспечения безопасности женщин. Потом я уволился, это было много лет назад уже. И, соответственно, началась нормальная мирная жизнь, а наши дочери начали подрастать, и у многих моих друзей возникли серьезные проблемы, у их дочерей, вернее, да, возникли серьезные проблемы с криминалом. То есть одна пострадала, вторая, третья, после чего, как это обычно бывает, собрались в одном прекрасном месте, и народ просто заявил, что пора бы переделать эту систему для гражданских лиц, потому что... Ну, поэтому система именно их касалась. Очень сильная эмоциональность, неумение управлять эмоциями в опасной ситуации всегда приводит к беде. Потом надо учитывать, что у каждой женщины, да, ну и у любого мужчины, да, очень много приобретенных рефлексов, да, которые в реальности и в опасной ситуации, они очень часто играют очень плохую службу. Точно так же вот сейчас, да, чисто рефлекторно погибла журналистка. Это чисто рефлекторное движение, да? То есть голова в опасной ситуации перестает думать и начинают работать рефлексы. Все кончается трагедией, да? Огромное количество людей, которые любят этого человека, страдают. В результате чего? В результате необученности. Соответственно, если смоделировать эти ситуации, да, которые могут возникать, их на самом деле не так много, и заставить несколько раз человека работать не на инстинктах, а на разуме, при этом нагнетая страх, чтобы он действительно страх чувствовал, да, он начинает учиться управлять эмоциями, остается живым. Как он только начинает управлять эмоциями, у него начинает работать разум. Это и есть раздел психологической подготовки. Короче, эту систему я сел, переделал, появилась книга «Ответ женщины», да? Угу. В которой описана вот эта система СОБЖ, которая в отличие от мордобоя, да, обычно куда у нас девочки идут в крайнем случае, когда они начинают думать о своей безопасности, они идут заниматься боевыми искусствами. Да, мы проходили этот этап. Чудесно владели боевыми искусствами, чудесно владели оружием, все равно гибло. Оказалось, что всего этого мало, да? Что беда кроется прежде всего в мировоззрении. От мировоззрения зависит, какое решение принимает женщина. То есть идти туда или не идти, ехать или не ехать, что сказать, как себя вести, да? Первоначальной точкой всегда решение.